Привет, смертные, с вами Павел Первый, и я сегодня хотел сделать такое объявление. В принципе, нам остается всего полтора месяца до того, как мы будем праздновать весьма крупный юбилей канала, пятилетие. Да, сколько лет уже прошло, сколько лет я этим занимаюсь, и я хотел реально что-то особенное сделать, но мне нужна ваша помощь с этим делом. Все, что я вас прошу, это вспомнить те моменты из жизни канала. Любые, это могут быть любые моменты из роликов, из стримов. Желательно даже будет, если вы приложите к этому видео с тайм-кодом, чтобы мне проще было найти именно это место. И я думаю сделать какую-то нарезку, не знаю, воспоминаний. Я пока точно не знаю, с форматом ролика я не определился. Возможно, также вы можете предложить, что делать конкретно на пятилетие. Какой это должен быть ролик. Вот, так что я надеюсь на вашу помощь, народ. Пишите в комментариях все, что, вот абсолютно все, что помните из жизни канала, будь то недавнее. Но лучше, конечно, начать с самых-самых корней, когда еще был первый канал, было бы неплохо. Хотя да, от первого канала, конечно же, вряд ли что-то найдется, но у меня есть пару визитков. Вот. Так что, народ, лучше с этим каналом давайте разберемся. Начинайте от самого старта канала, выискивайте хорошие топовые моменты, и я вас укажу в благодарностях. Думаю, лишний раз, если ваше имя засветится, вы будете только рады. Ну и вторая новость. Параллельно с этим, скоро 500-й выпуск «Играем в Warcraft 3». И здесь мы решили сделать особый подход. И мы решили создать карту по мотивам событий, вот тех же событий, которые проходили на протяжении всей жизни канала, касательно именно игра Warcraft 3, короче говоря. Вот. Лучший момент мы возьмем оттуда и реализуем это в виде мини-игр на соответствующей карте. Опять же, нужна будет ваша помощь. Предлагайте, какие моменты в карту запихать и как их реализовать в карте. Думаю, вы все играли в Pyramid Escape. Да, если нет, то, пожалуйста, вперед, смотрите на канале, у меня есть ролики по этому, или Мастер Механик. Подобная тема, как и с Pyramid Escape, в общем-то. Посмотрите хотя бы минут 5-10, вы поймете, что это за карты такие. И на что опираться, что мы будем делать. Поэтому, народ, очень нужна ваша помощь в том, что делать вообще. Идей, в принципе, очень мало. Мы вчера сидели и пытались с друг друга выжить, хотя бы в чем вообще сюжет карты будет. Так что, народ, постарайтесь, конечно, не просто моменты описывать, но и предлагать, как их реализовывать в виде мини-игр на карте. Все действие происходит у меня в цитадели, если коротко, то есть цитадели Короля Лича, цитадели Ледяной Короны, кому как удобнее, ЦЛК, вот. Так что опирайтесь именно на это, если будете придумывать все-таки мини-игры. Ну и, наверное, по этому поводу я как-нибудь в будущем запилю творческий стрим, покажу, как карта создается. Думаю, вам будет очень интересно, и на ваши вопросы тоже смогу ответить. Ну, в общем-то, это все. Насчет Warcraft 3 бета, да. 500 лайков пока не набралось, но я стараюсь потихонечку уже к этому приступить. Я запилил превьюшку. Может, она еще изменится, но мне кажется, это все-таки будет окончательный вариант. По просьбам многих я чуть-чуть осветлил трешку эту, то есть цифру 3. Должно быть теперь видно, хотя мне кажется, она и до этого очень хорошо была видна. Вот. В общем-то, будет еще, думаю, много роликов по вот всей этой истории Варкрафта. Коллекционку придется подождать, скорее всего, где-то до марта аж, потому что коллекционка-то есть, но некоторых частей не хватает, и поэтому я их выкупаю, точнее, я их уже выкупил. Ждем, когда они до склада доберутся, оттуда я уже, в общем-то, всей посылкой одной отправлю к себе.
Да, вас ждет сюрприз. В этот раз я постараюсь учесть пожелания, ну, кого только смогу. Всех не обещаю, конечно, но были комментарии с критикой, типа не так одет, т.д. т.п. Даже это учту. Увидите, посмотрим. В общем-то, я сказал все. Пишите то, что я сказал. И ждите роликов. С вами был Павел Первый. Увидимся.